Наверняка вы не раз уже слышали о том, что в Корее, как в принципе и в Японии, очень любят мусолить туалетную тему. Тема физиологии собственного организма считается естественной и не вызывает у корейцев стеснения или других каких-то неудобных чувств. О том, как функционирует организм, детей информируют с самого раннего возраста, всеми возможными и невозможными способами. Телевизионные программы, книги, музеи, парки и кафе на заданную тему, ну, в Корее они просто в большом количестве. Сегодня я покажу одну детскую игровую площадку. Особо чувствительных прошу дальше не смотреть. Обратите внимание, с каким восторгом Ангелина смотрит такие передачи. Детям почему-то это очень нравится. Очень весело и смешно. Хочу отметить, что я сама не так давно начала относиться к такому воспитанию более-менее лояльно. Когда росла София, что естественно, то не безобразно. Да. А когда росла София, я запрещала ей смотреть такие мультики, не давала ей читать такие книжки. Мне казалось, что это ненормально, так как у нас, ну как бы, в России не принято, у нас менталитет совсем другой. Но сейчас я абсолютно нормально к этому отношусь, я понимаю, что это, в принципе, ничего плохого нет в том, чтобы ребенок знал все про свой организм, не стеснялся. Анджина, вы чего айгу? Панги? Я спрашиваю ее: Ангелина, почему тебе это нравится? На полках книжных магазинов в Корее вы всегда найдете серии, целые серии, посвященные, например, путешествиям, приключениям попки какой-нибудь, всякие физиологические книги про, ну, в общем, все что угодно на эту тему. София, 우리 어디 왔어요? 지금 놀이동산을 왔어요. 인사동에 있는. 그게 뭐예요? 어. 소피아. 네? 뭡니까 이거? 일로 왜 왔어? 어, 소피아. 김태라. 가 빨리 가. 언니 같이 가. 언니 같이 가. 나가 볼까요? 갑시다. 아빠 애들 똥 예쁘다. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 앉으세요. 마이 여기 뭐 하는 거야? 코스파스 냄새 좋아? В этой игровой комнате нужно было проходить постоянно какую-то полосу препятствий. Подразумевалось, что вы сначала еда, а потом вы элементы распада. И вы проходите по всему вот это желудочному, кишечному тракту. И в конце такая была горка, с которой вы сваливаетесь в горшок. Некоторые экспозиции выглядели, ну, устрашающе натурально просто. Я надеюсь, вы не обедаете и не ужинаете сейчас за моим видео. Пока, она тут она. 거기 또 뭐야?
세. 고개 앞으로 숙이고요. 네, 팔로 머리 보호하면서 출발. золотая какашишечка. Тунчик? Супер, сажен чикочки чикама. Вот. Чем не фоточки для Инстаграма, правда? Не только же у дворцов фотографироваться. Можно и так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И еще попрошу мою русскоязычную аудиторию быть немножко поактивнее. Оставляйте комментарии. А то у меня складывается впечатление, что меня смотрят только корейские дети. И все мои переводы вот эти на русский язык, они практически никому не нужны. Поэтому очень прошу быть вас активнее. Всем удачи, всем пока!